30 апреля в спортивном комплексе имени Мухарбия Киржинова прошло открытое первенство Республики Адыгея по настольному теннису, в котором приняли участие более 50 человек из Республики Адыгея и Краснодарского края в трех возрастных категориях. На открытии соревнований присутствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Адыгея Мурат Дагужиев, председатель районного комитета по физической культуре и спорту Заур Туко, директор Кашхабльской ДЮСШ Беслан Дохов. На церемонии открытия спортивных соревнований с приветственным словом к участникам обратились председатель Федерации настольного тенниса Республики Адыгея Юрий Горохов, спонсор турнира Армен Вартанов и директор ДЮСШ Беслан Дохов. Сегодня мы проводим открытый республиканский турнир по настольному теннису. Хочется сказать, что это проходит впервые. Огромная благодарность Комитету по физической культуре и спорту Республики Адыгея, главе республики, который уделяет большое внимание спорту республики нашей. Сегодня такой знаменательный день, почему? Потому что сегодня все силы объединились, и такой турнир состоится здесь. Я хочу представить человека, который непосредственно был один из заработок. Спасибо большое. Это радость. Посмотрим, что Армен не просто приехал как гость, он приехал сюда, привез сюда к нам двух мастеров спорта, которым чуть позже мы покажем мастер-класс, наряду с вами. Но также и дарим вам два теннисных стола. Преподавателей, тренеров, которые будут вами заниматься. И пожелать вам всем удачи и сегодня, и в дальнейшей вашей большой спортивной карьере. Добрый день всем. Сегодня мы впервые в ауле Кашхабль проводим такой турнир, открытый республиканский турнир по настольному теннису. Этот турнир организован, кстати, Комитета Республики Адыгея, председателем Дагужиевым Муратом Дагучереевичем, Гороховым Юрием, председателем Федерации настольного тенниса Республики Адыгея. Слова благодарности хочется сказать Армену Вартанову за оказанную спонсорскую помощь, Харкахову Руслану. Благодаря вам этот турнир мог состояться в ауле Кашхабль. Мы надеемся, что этот турнир станет ежегодным, количество участников увеличится. Сегодня, вот, которые здесь сегодня присутствуют, хочется сказать слова благодарности, чтобы ваши труды, ваш тренировочный процесс привел к тому, чтобы вы стали хотя бы участниками Олимпийских игр, так как настольный теннис является олимпийским видом спорта. Будем надеяться, что из вас вырастут олимпийские чемпионы. Спасибо. До начала соревнований был проведен мастер-класс для участников турнира от мастеров спорта России по настольному теннису Виталия Шумакова, Мурата Мухматбетова, Евгения Журавлева и Екатерины Мазгиной. Спонсорами турнира выступили Армен Вартанов и наш земляк Руслан Хакахов, которые являются учредителями ООО «Мирмекс» города Краснодар. Они подарили Кашхабльской ДЮСШ отделению настольного тенниса два стола. Помимо этого, наградили победителей и призеров грамотами, медалями, кубками и денежными призами. Активное участие в организации и проведении данного мероприятия приняли председатель спорткомитета Республики Адыгея Мурат Дагужиев и председатель Федерации настольного тенниса Республики Адыгея Юрий Горохов.
Соревнования прошли в яркой и захватывающей борьбе. Среди спортсменов царил высокий дух соперничества и победный настрой. Организацией соревнований все участники остались довольны. Планируется сделать этот турнир ежегодным и внести в единый календарный план Республики Адыгея.